Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Олег Федоров вместе с представителями администрации муниципалитета осматривает место предстоящего ремонта. Скоро здесь, на кольце, которое соединяет улицы Березовую, Советскую и проспект Ленинского комсомола, произойдет масштабная реконструкция. Контроль идет обязательно, и не только со стороны депутатского корпуса, но и жителей, да, потому что, конечно, им хочется уже разгрузить и проспект Ленинского комсомола, и Березовую улицу, чтобы люди спокойно могли добираться до работы и возвращаться домой. На ежедневных заседаниях рабочей группы по реконструкции развязки принимают участие депутаты, представители администрации муниципалитета и подрядной организации. Сейчас здесь обсуждают последние детали предстоящего ремонта. Точную дату начала работ представитель подрядчика пока сказать затрудняется. Там от газовиков очень много зависит, потому что там перенос газа, это как бы, это Мособлгаз, как перенесет, это, мы так начнем. Ну, они обещают к концу месяца. Если они до конца месяца перенесут, то мы начнем. Детали же предстоящей реконструкции уже известны. Стоит отметить, что затронет она и поворот с проспекта Ленинского комсомола на Жуковский проезд. Главная же цель будущих работ – максимально сократить количество транспорта, которое будет выезжать на кольцо. С улицы Березовой можно будет спокойно отдельно выезжать как бы на проспект Ленинского комсомола направо. И плюс две полосы появятся, можно выезжать на проспект Ленинского комсомола налево и уходить на улицу Советская. То есть это будет еще две дополнительные полосы. С улицы Советская также будет обустроено и уширено дорожное полотно, где можно будет спокойно в две полосы уходить прямо по проспекту Ленинского комсомола. И дополнительно будет еще одна обустроена полоса, где на светофорном объекте налево можно будет уйти на Жуковский проезд. По расчетам специалистов, все эти меры позволят значительно увеличить пропускную способность данной развязки. Но прежде чем это произойдет, автолюбителям в скором времени придется испытать некоторые неудобства. Придется проводить строительные работы, и, конечно, здесь будет немножко трудно будет проехать. Но хочу обратиться ко всем жителям. Давайте немножко наберемся терпения, по крайней мере, подрядчики, которые выходят сюда уже совсем скоро, обещают, до Нового года они здесь все сделают. Ремонт данной кольцевой развязки входит в план комплексной реконструкции части проблемных участков Ленинского городского округа, куда помимо этого кольца вошли дорога Ермолино-Калинов-Косопронова и кольцевая развязка улиц Советская и Школьная. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.